В конце 2014 года было принято решение о начале реставрации алмазного венца царя Ивана Алексеевича. Реставратором Вадимом Яковлевым было проведено предварительное исследование венца. И весь 2015 год им велись работы по реставрации. На реставрационных комиссиях музея подробно обсуждался план работ. Каждый этап по демонтажу запон, надетых на металлический каркас, работы по укреплению, промывке драгоценных камней и их кастов, эмали запон. Для украшения венца царя Ивана Алексеевича, созданного в 1687 году, были использованы запоны разных типов, выполненные в различных регионах. В нижнем ряду помещены ажурные запоны прямоугольной формы с цветком в центре. Выше – запоны в виде двуглавых орлов, корон, фигурные запоны, вероятно, являвшиеся поясными украшениями. Дополняют венец ряд ажурных запон в форме цветка, а также отдельные касты с алмазами, украшенные эмалью, вероятно, бывшие частью цепей и серег. Мы можем предположить, что работы по сбору царского венца выполнял известный придворный ювелир Юрий Фробос, работавший в Золотой палате Московского Кремля более 40 лет. Во время реставрации были промыты камни, очищены запоны. Их можно было рассмотреть в том числе и с оборотной стороны, которая часто украшалась эмалью. Была надета новая соболиная опушка. После успешного завершения работы реставрационной комиссией музея было принято решение о начале реставрации второго алмазного венца – царя Петра Алексеевича.